Привет! Я наконец-то получила посылочку от Мыла Опт и хочу вам показать, что же я так долго ждала. Итак, давайте посмотрим, что же там. Так, вот такие прекрасные пакетики со штампом «Ручная работа». Два разных штампика. Бутылочка. Лично я ее взяла для того, чтобы разводить диоксид титана. И очень-очень много форм. Сейчас я вам покажу все по одной. Так, давайте первое. Это плюмерия, такой цветочек. Мне очень нравится. Очень нравится. Буду творить что-то с ним. Вот такой вот handmade, вроде как подарочная упаковочка. К Дню Святого Валентина мальчик с девочкой. Вот такой сердечко. И на 8 марта. Вот. И последняя отличная 3D форма. Называется, не знаю, как называется, котики вообще тут. Такая будет кругленькая формочка, котики, как инь-янь. Дальше я заказала кокосовое масло, баттер. Тут 100 грамм в отличной упаковочке, мне нравится. Заказала еще пипеточки, как раз для этих котиков. Вот такие вот наклеечки for you. И 50 пакетиков для упаковочки своего мыла. Дальше. Еще много всего. Во-первых, диоксид титана. Для того, чтобы делать из прозрачной основы белую. Так. Масло виноградной косточки. Тоже прекрасное масло. Чуть-чуть испачкалось диоксидом титана, но ничего. Так, зеленый пигмент жидкий, неплохой. Отдушка вишня в шоколаде. Давайте понюхаем. Прекрасный запах, мне нравится. Дальше отдушка мята ментол. Ой. Для мужчин хорошо подойдет, я думаю. Так. Последняя душка абрикос. Очень похож на натуральный абрикос. И вот красный пигмент. Если честно, я думала, что он будет немного поярче. Ну, посмотрим, что будет с ним в мыле. Также заказала перламутр бронза. Вот такой вот интересный. И перламутр золотой. Тоже очень нравится. У нас тут еще накладная. Все мои заказы. И еще подарочек, смотрю. Такой вот магнитик. Мыло Опт. Спасибо большое.